Удор! В хламину! Всем привет, друзья! Сегодня у нас Bemidji Drive Event. Это лего-машинки. Тест на прочность двух лего-машинок в параллельных трамплинах. Все как обычно, все как вы любите. Посмотрите, какой салон этой машинки. И на старт, внимание, марш! Погнали, ребята! Прыжок! Сразу развалится или нет, как думаете? Минус бампера. Минус бампера сразу. И сальто. Раз, два, три. Четыре. Удар. Еще какая-то панель задняя. И баварак. Слишком мощный. Монстр. Просто красный монстр, ребята. Каркас безопасности. Ускорение. Дикое. Выдержит ли удар? Еще раз. Прыжок. Задний бампер сразу на вылет, передний тоже, какие-то панели, все в хламину. Собирали 2 часа, развалили за 2 секунды. Удар! И скатились, ее сносит, слишком мощно, надо что-то делать, ребята. Надо что-то делать. Возможно, можно сбавить немножко, но посмотрим, третья попытка. Так, впервые удержался после первого трамплина, второй. Задним бампер видно сразу минус. И опять сальто, сальто. Кто успевает, считайте, типа, перевороты, считайте, ребята, все, ставим на место. Еще раз. Слишком мощная. Мне кажется, из-за этого у нас проблемы. Прыжок. Удар. Минус бампер. Здесь аккуратненько прошли. Вот это жесть! Просто оторвало. Весь передок почти с мотором. Без каркаса безопасности была бы хана. Теперь проверяем черно-белую тачку. Зажигаем фары. Понеслась. Салон просто дикий. По звуку мощная, но... Так. Даже овраг может не перелететь. Смотрите на грани, как переднему бамперу и заднему хана. И сразу запуталось колесо. Видели, попала панель в колесо и все. А нет, едет, едет, едет. Едет! Ну что-то как-то недалеко прыгнуло. Неужели мощей не хватает? Ну, черная смотрится брутально. Прыгнула. Отработала подвесочка. Четко подпрыгнула. Прямо четко. Нет. И опять. Сколько было поворотов? Ну, встанет на колеса. Жесткие были перевороты, ребята. Минус зеркало. Пробуем еще раз. Ну, вроде как подальше едет, но из-за мощей, наверное. Меньше мощей, едем дальше. Удар. Просто все извивается, как желе. Страшное дело, ребята. Страшное дело. Поедет дальше? Встанет? Нет, не встанет. Поехали дальше. Но! Давай, дружок. Вся надежда на тебя. Удар минус бампер. Сразу же! А мотор-то на месте хоть? Вроде на месте. Капот, главное, остался. А, нет, не остался. Поспешил. Едет! Повисло на днище. Пробуем еще раз. Нет, мотор вылетел. Мотор вылетел. Как он заводится? Мотор же, он дымится там на заднем плане. Поехали. TBB Motors Company. Удар. Жесть, сразу минус бампер. Передний и задний. Какие-то еще запчасти полетели. Прыжок. Второй трамплин. Минус капот. Жесть, ребята, вы видели это? Понеслась. Третий трамплин. Или четвертый, я уже сбился со счету. Движок на месте еще. Встала машина. Встала, поедем, поедем, поедем. Нет. Мы не сдаемся. Кто же победит? Красная уже проигралась. Черная, по-моему, проехала дальше. Уже победа. Но как долго продержится результат? Вот это да! Встанет, встанет, встанет. Да? Нет, ну нет, пожалуйста. Встала! Едем дальше. Или не едем? А, она еще пытается завестись. Смотрите, ребята. Поехали. А здесь уже, кстати, проще. Я заметил.
Мы много раз проверяли на этой трассе разные машины, и если они доезжают вот до этих трамплинов, они уже едут дальше. Тут уже проще, посмотрите, они параллельно тому, не надо ударяться сильно. То есть они как бы по ходу движения, ты легко прыгаешь, легко едешь. Но тут явная победа уже черной машины, однозначно она уже дальше прошла. Еще и номер 13, просто дьявол. Прям. Здесь будет повыше, не знаю, выдержит или нет, удар. Держимся, нет, как я и сказал, здесь повыше. Вот видите, чем выше, тем жестче. Встала и поехала, ребята, встал. Ну-ка, заводись. Ну, заводись. И... Все, завелась, поехала, ребята. Стекла, главное, на месте. Бамперов нет, да и ладно. Капота нет, да и ладно. Удар. Как... Посмотрите, как она, как желе вся. Держится еще. Собирал профессионал тачку. Ну, давай. Удар. Понеслась. Держись. Держись, есть, поехали, ребята. Не, это просто я в шоке. Я просто в шоке, машина держится. Давай, 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 давай. Ускорение. И здесь будет очень высоко, что будет с тачкой, но... Смотрим. Удар. Стоит, стоит, стоит. Опасно, опасно. Стоит, стоит, ребята, стоит. Еще разок. А, тут в колею сейчас попадем. Здесь жестко, ребята. Вот здесь может быть проблемы. Здесь могут быть проблемы. Да, понеслась. Все. Все, двери нет. Двери на месте. Перевернулись, поставить не сможем. Поставить не сможем. Посмотрите, дым пошел. Закипело. Ну, крайний шанс у красной машинки, последний. Давайте, прыжок. Валяются запчасти от черной. Удар! В хламину! Даже двигло полетело. Здесь все. Здесь, походу, все, да. Здесь все. Нет, держится еще, держится. Да ладно! Она держится, ребята. Заводится? Она завелась. Посмотрите на козла. О! Минус колесо, это все. Даже если она встанет, минус колесо. Понеслась дальше. Ну давай, родная, покажи класс. Слишком много мощностей. Может, надо скидывать. Удар, минус бампер и вообще все. Передка нету. Задка нету. Жесточайшие перевороты. И в яму, да? В яму, да. Еще и удар задней части. Держится машина, ну хлам, все. Полетело все. Не знаю, что с этим делать. Наверное, все. Да. Здесь однозначно победа черной машины, ребята. Если вам понравилась эта рубрика «Проверка тест-драйва на параллельных трамплинах», ставьте лайк. Подписывайтесь на канал в нашем Дзене, в нашем Рутюбе и на Ютюбе тоже. До новых приключений.